Здравствуйте! Если у вас в холодильнике есть кусочек слоеного теста и немного кислых яблок, то через 30 минут у вас на столе будет очень вкусный десерт. Предлагаем вам рецепт яблочных пирожных из слоеного теста. 5 кислых яблок моем, очищаем от кожуры и делим каждое на 12 равных частей. Сердцевину удаляем. 800 граммов слоеного теста быстрого приготовления, приготовленного из 300 граммов маргарина, раскатываем в пласт толщиной 3 мм. Рецепт слоеного теста быстрого приготовления вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Тесто». Раскатанное тесто делим на 15 квадратов со стороной 13-15 сантиметров. На каждый квадрат кладем 4 дольки яблока, насыпаем в середину неполную чайную ложку сахара и кладем щепотку муки. По желанию можно добавить кусочек сливы или несколько вишенок. Склеиваем яблочные пирожные конвертом. Выкладываем на противень на расстоянии 2-3 см друг от друга. Смазываем желтком. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200-220 градусов Цельсия 20-25 минут. Готовые яблочные пирожные перекладываем на деревянную доску. Даем остыть до комнатной температуры. Посыпаем сахарной пудрой и подаем к чаю или к кофе. Из яблок и слоеного теста можно приготовить много разнообразной и вкусной выпечки. На нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Выпечка. Пироги. Пирожки» вы найдете рецепт яблочного пирога из слоеного теста, рецепт яблока в слойке и другие рецепты. Вдохновения вам, удачи, приятного чаепития и хорошего настроения!